Всем привет, это программа «В теме» и с вами я, Анастасия Жукова. Если вы считаете, что сегодня вам конкретно не повезло, то послушайте новости о нашем бывшем губернаторе Владимире Груздеве. Ну, во-первых, с поста главы региона он слетел, опустившись до советника Алексея Дюмина. Во-вторых, Forbes удалось выявить самого крупного пострадавшего от отзыва лицензии Внешпромбанка среди частных лиц. По данным авторитетного издания, им оказался экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев. По некоторым данным, в банке он держал порядка 50 миллионов долларов. Вдобавок к этому сообщается, что модный континент закладывал в банке свои товарные остатки на 400 миллионов рублей. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Представитель Груздева говорит, что модный континент действительно обслуживался во Внешпромбанке, но отмечает, что акции компании в банке не закладывались. Но это не самое страшное. Оказывается, владельцы банка оформляли фиктивные кредиты на своих частных клиентов. Хорошо, что Владимир Груздев не оказался в их числе. Подобные события с банками тяжело предугадать, каким бы ты ни был крутым и предусмотрительным бизнесменом. Несмотря ни на что, уверена, Груздеву удастся залатать все дыры в своем сундуке сокровищ. Моя прелесть. Деньги — дело наживное, и уж кому, как не Груздеву, об этом знать.